Fuck it like a talking stick. Так, ну наконец-то мы дошли уже до индейцев. Это самое сложное. Я постоянно здесь умираю. Что меня прикалывает здесь, что можно эти стрелы отбивать. Меня вот это прикалывает. Я люблю, когда он кто-то стреляет из лука огнем. Отбивать это все дело. Сейчас не получилось, но потом покажу еще раз. Смотрим на землю, где она падает. И отбиваем. Отбиваем. Убегаем, говорю. Я уже на стрелах сконцентрировал. Вот, видели, наверное, я сейчас стрелял. Отбил пару стрел. Так, не буду зацикливаться долго на них, но там дофига и больше. Печка моя. Бежим, бежим, бежим. Здесь не буду останавливаться. Пускай всех передавит камнем. Да, знаю, не очень так говорить нельзя, но это игра. Это всего лишь игра. Опа. Уф. Чуть меня стрела не заколола, которая назад летела. На тебя. Третий раунд. Первая зона готова. Супер. Когда еще себя так не хвалил. Наверное, тупо смотрится. Так, кто у нас тут? Вождь Скальпен. 60 тысяч за него дают. Не пустите момент. Так, давай копеечку мне. Хотел меня подстрелить, не удалось. Так. Еще одну печку собрать. Опасно было, опасно. Так, камушек пропускаем. Правый перед левым. Так вот. Давай, давай дальше. Не буду останавливаться, буду просто бежать. Мне завалят. Копеечки сюда, на борт. Еще одна копеечка. Одна осталась там. О, зависла даже прикол. Первый раз такое. Так, давайте мешочечки. Прыгаем на второй лифт. Классная музыка, кстати. Очень нравится. Так. Гипс побежали туда. А я говорю фиг вам и прыгаю на свой лифт и еду дальше. Так. Давайте. О-о-о! Осторожно. Кого нельзя допускать. Она улетела. Эх, жаль. О, уже добрались до вождя. Прикольно. Ты готов для пау-вау? Прикольно. Если бы я это раньше понимал. Раньше играли эти все игры и даже не понимали, что там пишут. Просто так как-то тысячу раз где-то нажимали, ходили, смотрели, потом как-то находили в разных локациях. Так, чё на... Есть! Есть, все собрал! У-ху! Не стреляйте в моего брата! Он только получает приказы. Alright, man! We won't shoot him! Хорошо, man! Мы его не подстрелим. Супер. Прикольно. Так, сколько у меня уже тысяч? 300...
56 700. Ну это вообще уже крутотень. Так, следующий раунд. Тут надо не облажаться и собрать опять все. Давай. Я аж переживаю, у меня руки аж вспотели. Никогда так не переживал. Да. Да, да. Да. Супер. Е-бой. Мы сделали это. 5 жизней. Супер. О, ну вот это сейчас будет жестко. Я обычно всегда не убиваю собак. Наверное, в этот раз я не буду таким хорошим, потому что хочу пройти, не умерев. Ни разу. А это трудно, когда не убиваешь собак. Так, а вот она и стена. Давайте-ка разобьем ее. Собак не буду пока трогать. И надеюсь, они меня тоже не тронут. О, блин, забыл подкат сделать. Я думал, сейчас меня замочат они. Не случилось, прикольно. Обычно они все подкат не делают, они меня валят. Так. Меня. Ну, давайте все ваши монеточки сюда. Да, давайте, идите сюда. Все. Оба. Оба. Нельзя! Нельзя! Нельзя вздыхать мне здесь. Нельзя. Капец, руки вспотели. Адреналин, хотя, блин, никого дома нету, я играю один, но у меня такой адреналин, что я сейчас проиграю, я пытаюсь для вас, пытаюсь для себя. Так, ну давайте пройдем мое соревнование. А, 0 смертей. Так, потом. Да, есть, так, тоже. Опа! Так. Чё, сином? Опа, за деревом было спрятано. Только не знаю, что. Есть. Опа, сзади. Снова вижу уже впереди. Да блин, откуда у вас так много здесь? Конечно, если за этого типа дают миллион, то это не надо удивляться. Блин, жалко, мешочек наверху остался. Ну ладно. So close! Вам меня не достать. Да блин, сколько еще идти? Я уже не могу. Что-то напряжение такое сильное здесь. Капец. О, наконец-то. Так, не понял, что он сказал, если честно. Ну ладно. Вы это видели? What the fuck?
Я лучше наверх убегу. Так, но это не все. У него бронежилет. Так, он хочет посоревноваться. Давайте дадим ему соревнование. А, почти завалило меня. Уф, это капец. Давай, давай. Кармана, не подведи меня. Давай. Еще чуть-чуть. Это был критический момент. Есть. Есть. Уф. Никогда так не радовался. Да. Наконец-то. Фуф. Ну, конечно, 100% опять. И теперь... А, не 1 миллион, 100 тысяч только. Я почему-то на миллион думал, что за него дают. Так, хватит нам, чтобы войти в рейтинг. Я надеюсь, да. 536 410. Ну вот. Игра подошла к концу. Прикольно. Так, что это нельзя пропустить, что ли? Чуть-чуть пропущу. Здесь все. Game over пишет. Да, конец игры. И теперь мы должны вписать свое имя. Right. Посмотрим. И Брэ занял первое место. Супер. Ну вот, все. Мы закончили. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я размещу на своем канале лонгплей без моего участия. Типа я не буду ничего говорить, у меня будет на канале. Там, где я буду что-то комментировать. И вас ждут очень много разных видосов. До встречи, друзья. До свидания. Дом там, где тебе хорошо. Все просто. Это тебе не кино, где герой всегда обезвреживает бомбу за секунду до взрыва. Когда-то давным-давно в пригороде стоял дом. Он откроет дверь, и тут ба-бах! А теперь от него ничего не осталось.